Всем привет, на Мухта на связи. Вот сижу, жду, когда мне пришлет номер забирать поломанный, сломанный Вольво. Ай. Здесь такие рога. Это называется аукцион, куда, в принципе, наверное, ушла моя Саюнчика. Хотя, наверное, мой Саюнчик не в таком состоянии, что его на этот аукцион бы отправили. Здесь вообще битая машина, которая не на ходу. Вот. Поэтому здесь такая дорога. Я же сначала остановился, проверил, правильно ли я приехал. Потому что один раз я застрял в тупике. Больше после этого как-то стараюсь миновать тупики. И вот видите, здесь вот аукцион. Аукцион побитых машин. Можно запчасти всякие взять. И вон туда спускаешься вниз. А там погрузка происходит вся. Но у меня трак стоит внизу. Я его оставил, потому что здесь стояло два трака. Я решил сюда не дергаться, потому что не знаю, сколько здесь места. И есть нету места вообще. Мотик. Тут, конечно, в носочках белых не прикольно ходить. Карли Дэдсон. После аварии тоже, видите, очень много техники после аварии. Но они продаются. Кто-то ремонтирует все это дело. Вон стоит мой агрегат с двумя машинами. Сейчас вот жду третью машину, когда диспетчер пришлет информацию. Не мог до чел дозвониться. А так здесь, конечно, все снимают. Все, что может принести деньги аукциону. Снимают, запчасти снимают. Байки, решетки. Все это дело снимается. И потом продается. Туда даже большие траки заезжают, я удивился. Вот, можно приехать. Диски купить и на Сузу, и на Шеви, то есть на джипы, разные диски. По доступной цене. Ну ладно, пойдем отдыхать. Я должен поехать в Мичиган сейчас. То есть вот у меня две машины загружены. Район 1500. Такой прикольный автомобиль, кстати. Получше я ездил на Шевроле. 1500 рэм какой-то такой, более живой же. И места там много. Ну, там кабинка, конечно, другая была. Вот. Погода еще такая, дождь был. В общем, ждем местные достопримечательности.